Скорая финансовая помощь бизнесу. Кто в республике предоставляет предпринимателям выгодные кредиты и повышается ли спрос на микрозаймы в деловой среде? В основном мы брали, на ГСМ брал я кредит, на покупку нового трактора брал кредит. Эта поддержка просто необходима. Подробности в программе «Экономика в деталях». Смотрите на нашем канале 21 августа в 20:30.